Здравствуйте! Спасибо всем, кто присоединился к нам вовремя. Давайте еще пару минут подождем коллег и начнем. Как бы сказали гонконгские коллеги, нэйхо! Как погода? У нас отлично в Гонконге, 34 градуса. Самое время загорать на крыше бассейна Icon. Напишите, пожалуйста, в чат, как погода в ваших городах и вообще, откуда, из каких городов у нас сегодня слушатели. Екатеринбург плюс 15. Москва мерзнет. Тогда всем в Гонконг. Плюс 25 – это где самый теплый город у нас сегодня? Симферополь. Ждем еще минутку и начинаем. Я сразу бы хотела сказать, что у меня мало будет слайдов, но рассказывать я буду много. Поэтому не думайте, что презентация зависла. Я буду переключать постепенно. Начнем мы с небольшого видео, чтобы вы имели представление об отеле Icon. Буквально пару секунд, и мы начнем. Надеюсь, коллеги подключатся в процессе. Еще раз всем доброе утро, добрый день или, возможно, даже добрый вечер. У нас сейчас 15:05. И всем здравствуйте из Гонконга. Вот такое небольшое видео, но я надеюсь, что вы получили представление о том, как выглядит отель Icon. Давайте начнем же презентацию. Нам нравится считать отель Icon уникальным в своем роде. Расположенный в оживленном и энергичном центре района Цимшацуй Ист, наш люксовый дизайнерский отель гонконгского бренда дарит уникальные ощущения гостям. Гостям предлагается максимальный комфорт, а команда отеля постоянно стремится к совершенству в обслуживании. Отель неизменно входит в пятерку лучших гонконгских отелей на TripAdvisor, по мнению путешественников, не один год подряд.
Команда отеля всегда делает упор на значимость идеального индивидуального опыта для каждого из гостей. Это отражено в стиле нашего сервиса. Ваши гости найдут отель уютным и комфортабельным, воплощением идеального баланса высокого стиля и традиционного азиатского гостеприимства, увлекательности и неформальности, отзывчивости и щедрости. Как только гость приезжает в отель, его встречают радостные, улыбающиеся молодые люди. Это интерны с факультета отельного менеджмента и туризма Политехнического университета. Что является необычным для отеля Icon, что это единственный отель в Гонконге, который принадлежит университету. Наши интерны с факультета отельного менеджмента и туризма рады всегда помочь вашим гостям. Мы учим будущих ательеров через непосредственное участие в обслуживании гостей. Это специальная цель отеля Icon. И мы гордимся тем, что карьеры будущих лучших ательеров начинаются с отеля. Благодаря тому, что мы посвящаем себя каждому гостю, мы ведем и вдохновляем новое поколение экспертов отельного менеджмента из нашей школы. Во вселенной отеля Айкона гостиничного бизнеса именитые профессоры университета и лучшие студенты собрались вместе, объединенные одной целью – сделать ваше пребывание незабываемым и приятным. Предложите своим клиентам остановиться у нас, если им важен продуманный дизайн, они любят вкусно поесть и выпить, любят наслаждаться прекрасными видами и хотят, чтобы их баловали. Отель Icon, еще раз повторю, принадлежит университету политехническому. Этот университет входит в десятку лучших университетов мира, где готовят лучших специалистов в сфере обслуживания. Всем хорошо видно презентацию? Отель Icon является особенным отелем с единой целью. Не только олицетворяет всю креативную энергию и дух Гонконга, это учебная окружающая среда. Стиль и инновационный дизайн отеля Icon разработали знаменитые дизайнеры и известные во всем мире архитекторы. Отель стал настоящей местной достопримечательностью. Что касается размера презентации, техническая поддержка, надеюсь, поможет, потому что как-то это увеличилось неожиданно на экране. Андрей, вы меня слышите? Можете помочь? Ну, давайте по ходу, может быть, что-то изменится. Секунду тогда за техническую заминку, извините. Сложно представить себе более удобное расположение отеля для бизнеса и отдыха, чем у отеля Icon. Находясь в сердце оживленного города, вы будете всегда лишь в нескольких минутах от ключевых коммерческих центров и достопримечательностей. Что касается вопроса минимальный возраст стажирующихся в отеле. Стажируются только лучшие студенты. Не нужно беспокоиться, что это как-то повлияет на сервис. Естественно, ваших клиентов будут обслуживать в первую очередь профессионалы отельного бизнеса, которые до этого работали в ведущих сетях отельных. То есть студенты стажируются, да, но это не значит, что они стажируются на ведущих позициях, которые общаются непосредственно с гостями. Как добраться до отеля? Из аэропорта. Сядьте на поезд «Аэропорт Экспресс», который идет от Гонконгского международного аэропорта до Калуна, и
Путь всего занимает 21 минуту. Поезд отправляется каждые 12 минут с 6 утра и до часу ночи ежедневно. Бесплатный шаттл от станции Калун идет прямиком к отелю каждые 12 минут. Для индивидуального трансфера ваших гостей мы используем автомобили марки Tesla. Электромобиль марки Tesla – идеальный вариант для тех, кто ищет что-то неординарное. Французский дизайнер-натуралист Патрик Бланк обрел всемирную известность благодаря системе биологического декора под названием «Вертикальные сады». Изобретение месье Бланка чрезвычайно рациональное и, как все гениальное, удивительно простое. К фасаду здания монтируется металлическая рама с тонким настилом полимерного войлока, по которой поднимаются влага и минералы. Именно в эту рамку высаживаются семена и саженцы растений. Благодаря разработанной Патриком Бланком системе высотного орошения вес вертикального сада сводится к минимуму. При этом мистер Бланк соблюдает одно из главных правил – никогда не повторяться. Сегодня знаменитые вертикальные сады Патрика Бланка украшают фасады административных зданий, ресторанов и отелей всего мира. Эти вертикальные сады являются неотъемлемым элементом парижского дизайна. Французское посольство в Дели, эксклюзивные бутики на Манхэттене и Париже, музеи современного искусства во Франции, Бразилии и Японии. Все это неполный перечень мест, где можно полюбоваться творениями Патрика Бланка. В нашем саду в отеле Icon 8000 тропических растений. И длина этого вертикального сада 19 метров. Отель Icon расположен в районе Чимсяцу Ист, Калун, являющемся одной из самых удобно расположенных и красивых частей Гонконга, в самом центре от развитой сети транспортных путей. Доступ ко всем ключевым бизнес-центрам, гламурным торговым центрам, уличным рынкам, культурному наследию и развлекательным комплексам. Отель находится в шаговой доступности от большинства достопримечательностей Гонконга. От отеля ходит бесплатный шаттл, как я уже говорила. Этот шаттл буквально за 5 минут домчит до станции метро Чимсяцуй. Также 5 минут пешком, и вы будете на станции метро Хунхом. От станции метро Хунхом до Шэньчжэня можно добраться на метро. Также ходят поезда в Гуанчжоу. Номерной фонд отеля состоит из 262 просторных и стильных номеров, которые идеально подойдут для бизнес-путешественников. Великолепно укомплектованы с элегантным и профессиональным дизайном. Категории номеров делятся на две части. Это стандартные номера и клубные номера с доступом в клубный лаунж. В отеле очень большие номера, площадью для отеля Гонконга. Самая минимальная площадь составляет 36 квадратов. Отели категории Icon 36 City и Icon 36 Harbor будут отличаться по виду за окном. Эти категории номеров можно бронировать без завтраков, если какой-то из клиентов хочет сэкономить. Номерной фонд начинается с 10 этажа. Всего в здании отеля 28 этажей. Как я уже сказала, номера Icon 36 – одни из самых просторных и стильных в Гонконге. Они идеальны для бизнес-путешественников. Из этих номеров открывается вид на город или гавань. Возможность бронирования room only с одним или двумя завтраками, или вообще без завтраков. Что есть в номере? Возможность выбора номера с двумя кроватями или одной. Есть номера коннекты. В каждом номере
Icon Guide – это путеводитель по отелю и близлежащим достопримечательностям и кафе. Спутниковое и кабельное телевидение в каждом номере. Что замечательно, в отеле есть бесплатный мини-бар. Даже в самой простой категории номера мини-бар будет предоставляться бесплатно. В минимальной категории номеров бесплатно из алкоголя будет предоставляться пиво. И также безалкогольные напитки, чипсы, орешки, шоколад. В каждом номере кофеварка Nespresso. Бесплатный интернет. Дизайнерское кресло. Что есть интересного и необычного? Отель Icon был самым первым в Гонконге, который запустил смартфон Handy в обращение. Чем уникален этот смартфон? Во-первых, бесплатные звонки в 27 стран мира. Бесплатный интернет. То есть, если гость берет с собой смартфон на улицу, он уже никогда не потеряется. Можно также с этого смартфона раздать мобильный интернет себе на телефон. Что еще есть интересного в номерах? В каждом номере есть отдельно и душ, и ванная. Клубные номера. Все остальные номера и люксы являются клубными и предоставляют доступ гостям на клубный этаж. Созданные в стиле люкс, наши клубные номера имеют элементы современного уютного дизайна в дереве с восхитительными видами на залив, либо на город. Чем же примечательно для гостей выбрать клубные номера? Гости получат индивидуальную стойку регистрации для гостей клубных номеров на 28 этаже. Дополнительно будет входить завтрак. То есть бесплатно будет предоставляться завтрак. Завтрак для гостей будет на выбор в двух ресторанах. Шведский стол на завтрак в ресторане «Маркет», либо завтрак а-ля карт и полубуфет на 28 этаже в клубной зоне. Послеобеденное чаепитие с 3 до 5 дня. Вечерние алкогольные коктейли с закусками не ограничено с 6 до 8. Круглосуточный дежурный из команды Guest Relation. Скидки на услуги прачечной 10%. Приоритетный доступ в Timeless Lounge. Принтер, факс и сканер в каждом номере. Все это бесплатно. Бесплатный улучшенный мини-бар с бесплатным вином. Также бесплатное использование комнаты для переговоров 1 час в день. Это частная комната для встреч на 12 персон с панорамным видом. 1 час бесплатно на каждый номер. Это тоже на слайде один из клубных номеров. Он отличается площадью. Здесь уже площадь 38 квадратов, Club 38 Harbor. И из названия сразу видно, что данный номер с видом на Гавань Виктория. А на слайде клуб 65 Studio Suite. То есть данный номер уже 65 квадратов. Отдельная спальня и гостиная люкса предлагает избыток пространства и доступ к клубным привилегиям и в лаунж на 28 этаже. Данный тип номера подходит для семей, путешествующих втроем. На слайде тип номера Club 80 Harbor Suite. Это тоже спальня и зал. 80 квадратов – это самая большая площадь люксов в отеле Icon. Данный тип люкса является самым большим и впечатляющим люксом. И также из данного люкса можно наслаждаться 280-градусным видом на залив Виктории. И есть у нас один замечательный люкс, он тоже 80 квадратных метров. Максимальное размещение люкс, да. То есть самый высокий тип номера – это дизайнерский сьют от Vivian Tam.
Он также 80 квадратов. Этот сьют в гонконгском стиле был создан всемирно знаменитым модным дизайнером. Она является одним из гонконгских икон стиля. Вивьен Там также является выпускницей Политехнического университета Гонконга. Она выбрала в свое время факультет моды и дизайна. После окончания университета она отправилась в Лондон, чтобы там пройти там дополнительный курс обучения. Свой бренд она основала в 1994 году. И ее основная специальность – создание одежды в восточном стиле. Среди ее клиентов очень много знаменитых личностей. Например, все знают певицу Мадонну. Это тоже ее клиентка. Главный офис ее марки расположен в Нью-Йорке. Там же она сама живет, но часто бывает в Гонконге. И, естественно, она останавливается довольно часто в этом люксе. Кстати, еще отмечу, Политехнический университет. Профессором там является Джеки Чан. Помимо ранее сказанного про номера, хотелось бы обратить ваше внимание еще раз, что все номера всех категорий укомплектованы бесплатным мобильным смартфоном. Кто-то в чате писал, что Viber и Skype никто не отменял. Это да, но в Гонконге существует такая проблема. Не так просто купить сим-карту. Нужно предоставлять много документов. Поэтому, когда вы имеете возможность взять смартфон с уже подключенным интернетом, неограниченным, это очень удобно. Интернет есть, но он же есть не везде. Когда вы ходите на улицу, нужно еще найти точки, где он будет. В каждом номере, еще раз повторю, есть кофемашина Nespresso, выбор подушек, роскошные халаты, принтеры, переносные зарядные устройства для гостей, которые предоставляются в каждом номере бесплатные. Если гостей интересует какая-то информация о Гонконге, они могут задать любой вопрос команде консьержей. Стойка находится на первом этаже, и они получат ответ незамедлительно. Все, что нужно знать о Гонконге, все команда консьержей знает, поможет сделать бронь обеда в каком-то ресторане, посоветует какой-то ресторан, известный в Гонконге, забронируют билеты в Оушен Парк, в Диснейленд. Они готовы всегда помочь. На слайде сейчас клубный лаунж Above and Beyond, который находится в 28 этаже. Идеальное место. Я прошу прощения за техническую заминку. Почему-то оборвался интернет. Вижу, что Светлана пишет, что на карте заморозили депозит и не получил обратно денег. Напишите, пожалуйста, мне, я уточню этот вопрос. И если такое действительно случилось, то деньги свои получите. Итак, возвращаясь к презентации. На 28 этаже в клубной зоне гостей
ждет уединенный завтрак, послеобеденный чай с традиционными сконами, разнообразные коктейли от профессионального бармена, винная комната с впечатляющим выбором вин, библиотека и многое другое. Если гости устали от работы, шопинга или прогулок, срочно нужно на 9-й этаж, где расположены подогреваемый бассейн, тренажерный зал и спа-центр. 24-часовой спортивный клуб с видом на залив предоставляет к услугам гостей высокотехнологичное кардиооборудование и тренажеры для работы с весом. После занятий спортом восстановите баланс в спа нашего отеля. Профессиональные массажисты спа-салона аккредитованы в соответствии со стандартами всемирно известного бренда Banyan Tree and Resorts. Гостям предлагаются широкий спектр расслабляющих и омолаживающих процедур, в том числе уникальный бамбуковый массаж. Профессионализм массажистов из Таиланда подтвержден сертификатами. Одно из самых вдохновляющих мест в отеле – это наш бассейн с видом на небоскребы острова Гонконг и залив. Расположенный на 9-м этаже подогреваемый бассейн предлагает пловцам расслабляющий отдых класса люкс на открытом воздухе вдалеке от шумной толпы. Температура воды 28 градусов. Если вы тренировались в спортивном зале или расслаблялись в спа, возьмите освежающий перерыв и насладитесь баром у бассейна. Свежие соки, смузи, здоровые закуски всегда доступны, а также алкогольные напитки. Маленькие детали, они всегда имеют большое значение, и все мы зависим от графика полетов. В отеле Icon для гостей это не проблема. Если гости прилетели слишком рано или улетают слишком поздно, для них доступен наш лаунж, Timeless Lounge. Приоритет отдается гостям из клубных номеров и гостям с маленькими детьми. В зоне отдыха будут бесплатные напитки и закуски, а консьерж позаботится о багаже. Также есть душ и комната для переодевания. Наш лаунж предоставляет все для комфортного ожидания класса люкс. Данный лаунж предоставляется бесплатно. Планируете ли вы конференцию, собрание или частный обед? Отель Icon предложит вам безупречный сервис, меню согласно вашему вкусу и технологичное обслуживание. Позвольте нашей команде профессионалов помочь вам распланировать каждую деталь вашего мероприятия. Банкетный зал в космическом стиле, спроектированный известным архитектором Вильям Лим, идеально подходит для создания интерьера под любое мероприятие, будь то бал, банкет, свадьба или показ мод. Прошу прощения. В интерьере нет традиционных канделябров, только ультрасовременная решетчатая конструкция из кристальных бокалов, которая помогает передать интерпретацию классического актового зала. При необходимости зал можно разделить на несколько небольших комнат. Чтобы не запланировали ваши клиенты, у нас есть выбор красивых помещений, восхитительной еды, цветов, тортов и коктейлей, чтобы сделать мероприятие ваших клиентов незабываемым. Расположенный под самым большим в Азии крытым вертикальным садом, Green – потрясающее место для организации коктейльных вечеринок и светских мероприятий.
Отель Icon знаменит своими тремя ресторанами. Это Above and Beyond, The Market и Green. В данных ресторанах гости найдут исключительное качество блюд и безупречный сервис. Above and Beyond, который находится так же, как и клубная зона, на 28 этаже, один из самых знаменитых ресторанов кантонской кухни в городе. Восхитительная кухня ресторана Above and Beyond соответствует ошеломляющим видам на Гонконг. Данный китайский ресторан предлагает традиционную кантонскую кухню с элементами японского фьюжена. И данный ресторан входит в мишленовский путеводитель по лучшим ресторанам Гонконга и Макао. На данном слайде вы видите ночной вид Гонконга. Столики у окна в данном ресторане бронируют, наверное, как минимум за неделю. Ресторан Market создан благодаря вдохновению, полученному от знаменитых рынков Азии и Европы с их оживленной атмосферой. На завтрак, обед и ужин в этом ресторане сервируется шведский стол. Ресторан Market побеждает в категории «Лучший шведский стол в Гонконге» 7 лет подряд по версии Open Rice. Open Rice – это авторитетный онлайн-гид о еде. Аудитория данного гида о еде составляет 5,5 миллионов человек. Это практически 75% от всего населения в Гонконге. Кафе утром и закусочная вечером, ресторан Green – это блестящее место для напитков и несложных блюд. Как я уже говорила, здесь можно насладиться одним из самых больших в Азии вертикальных садов. Являясь новаторским лидером в отельной индустрии Гонконга, в отеле Icon в середине мая был запущен уникальный продукт. В меню ресторана Green появился Impossible Burger. Бургер с мясом на растительной основе, как альтернатива традиционной говядине. Мясо в данном бургере сделано на 100% из растений. Для тех любителей мяса, которые заботятся об окружающей среде. Данное мясо шкварчит на сковороде, из него сочится кровь, но для его создания не было убито ни одно животное. Ученые команды Impossible Food изобрели способ создания мяса из растений, которое по текстуре и вкусовым ощущениям никак не отличается от настоящего. Удивите клиентов чем-то особенным. Рекомендуйте им ресторан Green, даже если они живут в другом отеле, но хотели бы попробовать уникальный продукт. По поводу Impossible Food – в интернете много статей. Если кого-то интересует подробно, пожалуйста, погуглите. Я лично пробовала данный продукт. Очень вкусно. Если пробовать с закрытыми глазами и не знать, из чего он сделан, вы никогда не догадаетесь, что продукт не из мяса. На фото как раз представлены продукты из Impossible Meat. Помимо того, что в ресторане Green сервируется Impossible Burger, в ресторане Market сейчас на шведский стол предлагается несколько блюд с использованием Impossible Meat. Например, тефтельки из данного мяса в томатном соусе, тофу с мясом из растений. Вопрос, могут ли туристы из других отелей забронировать столик в Above and Beyond? Да, конечно. И это пользуется большой популярностью. Средний чек за $100 американских можно уже получить хороший набор блюд на человека. То есть можно попробовать утку по-пекински будет,
какие-то традиционные кантонские блюда, димсамы. То есть чек $200 американских стандартный, но гости уйдут сытые. Международный журнал Wallpaper включил отель Icon в 2011 году в список самых лучших бизнес-отелей мира. А журнал Destination в свой список люксовых гостиниц. Также в 2017 году гостиница вошла в список 25 лучших отелей Азии по мнению пользователей TripAdvisor. Отель Icon отражает истинную сущность Гонконга. В начале презентации был вопрос про студентов. Я так понимаю, слово «студенты» вызывает опасения, да? Нет? Спасибо за доверие. Тогда, что касается возраста, возраст, когда, то есть это уже выпускники университета, наверное, примерно 21-22. Но вообще персонал отеля составляют профессионалы, которые работали в других известных цепочках. И чем приятно, что отель принадлежит университету, тем, что, являясь независимым отелем, отель может внедрять лучшие от других отелей. Я тогда передаю слово коллегам. Антон. Как меня слышно? Всем хорошо слышно или пока только Ирине слышно? Так, секунду, сейчас пока я настраиваюсь и подключаю презентацию, я просто вот только в первый раз узнал о том, что отель Icon принадлежит отелю Тех, и хотел с вами поделиться фотографией корпуса нового университета, который спроектировала Зах Хадид, просто чтобы понимать, в какой атмосфере воспитываются студенты университета Политех. Вот можете перейти по ссылке и посмотреть на это уникальное, красивейшее здание. Я сразу хочу извиниться за свой голос, я немного приболел, поэтому периодически, может быть, буду отключать микрофон, чтобы не пугать вас своим кашлем, но на короткое время. Если задержусь там больше 5 минут, то вызывайте скорую, спасайте меня. Я в своей презентации хочу, конечно, хочу еще поблагодарить Юлю за интересный рассказ об отеле Icon. Я, к сожалению, за все свои поездки так и не смог посетить это великолепное заведение, и надеюсь, что в ближайший свой приезд все-таки мне удастся посмотреть своими глазами на великолепные номера, на живую стену из растений и, конечно же, поплавать в крытом бассейне с видом на прекрасный Гонконг. Моя презентация называется «Гонконг. Весь мир в центре Азии». Этот слоган отражает позицию Гонконга как географическую, так и, наверное, культурную и идейную. Мы расположены действительно в центре азиатского региона, и здесь пересекаются различные культуры, китайская, присутствуют другие азиатские культуры, и, конечно же, Гонконг невозможно себе представить без влияния британской культуры.
Вначале хотел бы немного рассказать немного дать общую информацию о Гонконге, которая, безусловно, полезна каждому профессионалу туриндустрии при подготовке тура для своих туристов в Гонконг и, в принципе, при общении с клиентами. А Гонконг является специальным административным районом Китая с 1997 года. До этого, как вы знаете, с 1839 года, если мне не изменяет память, Гонконг был британской колонией, и в 1997 году как раз Гонконг уже был передан Британии обратно под управление материкового Китая. На церемонии передачи Гонконга присутствовал принц Чарльз. Церемония проходила на острове Гонконг, на площади Золотой Булгень, недалеко от знаменитого выставочного центра. Валюта Гонконга – это гонконгский доллар. Интересная деталь это то, что валюту гонконгскую выпускает не государство, а частные банки. Поэтому банкноты одного номинала могут выглядеть совершенно по-разному. Поэтому предупреждайте своих туристов, если они увидят 20-долларовую банкноту в трех разных вариантах, каждая из них является настоящей, и они не будут подделками. Их, безусловно, примут в магазинах. Площадь Гонконга сравнительно небольшая, это всего 1104 квадратных метра. При этом интересно, что всего 40% Гонконга пригодны под застройку. И в связи с этим у нас возникает знаменитый образ Гонконга, как азиатского муравейника, каменных джунглей, к которым мы все привыкли. Но не стоит забывать о том, что есть еще 60% территории, которые заняты парками, пляжами. Мало знакомый, вот такой Гонконг, он мало знаком российскому туристу. Я немного дальше в ходе презентации расскажу о природной красоте Гонконга. Гонконг, как я уже говорил, находится в азиатском регионе. Здесь субтропический тип климата с ярко выраженными сезонами. Естественно, здесь зимой не выпадают сугробы, и температура все равно остается достаточно теплой для российских граждан. Если говорить о времени наиболее комфортном для посещения Гонконга, это, конечно же, середина сентября до начала декабря и уже середина января до майских праздников. Соответственно, это осень и весна. В зимние месяцы возможно понижение температуры в среднем до плюс 10 градусов, плюс вырастает возможность выпадения осадков. Летние месяцы в Гонконге достаточно жаркие, и существует вероятность прохождения тайфунов через территорию Гонконга. Не знаю, для туристов, которые предпочитают экстремальный отдых, может быть, это будет даже плюсом попасть в Гонконг во время тайфуна, потому что там действительно есть на что посмотреть, как Гонконг готовится к тайфуну, как сама стихия проходит в город. И еще очень занимательно наблюдать, как быстро жители Гонконга справляются с последствиями тайфуна, потому что уже буквально через полдня в городе не остается никаких следов от наваждения такого природного. Население Гонконга около 7 миллионов человек, которые проживают на 40% территории Гонконга. Ну и опять же, отсюда у нас возникает образ кишащего мегаполиса. Одним из официальных языков Гонконга считается английский. Я не буду всех уверять в том, что население Гонконга свободно говорит на этом языке без исключения, но все работники, занятые в сфере обслуживания, банковские работники, работники магазинов и, безусловно, работники отелей, они спокойно владеют языком, поэтому общение для туристов, владеющих английским языком, проблем никаких не вызывает. При этом, что еще удобно, это то, что все названия улиц, все остановки общественного транспорта и все объявления на общественном транспорте дублируются на английский язык, поэтому перемещение по городу на общественном транспорте, как я уже говорил, не вызывает никаких проблем. Так, я смотрю, моя презентация увеличилась. И еще один безусловный плюс для
Я немного попозже, я увидел здесь вопрос про животных и птиц, которых можно увидеть в зеленой части Гонконга. Я немного попозже, вот когда мы к моей зеленой части презентации подойдем, я об этом постараюсь рассказать. Я начал говорить о том, что Гонконг – это безвизовая страна для граждан России, при этом пребывание в Гонконге возможно до 14 дней. Если у туристов есть желание остаться подольше, можно спокойно посетить соседний Макао, вернуться и опять воспользоваться 14-дневным безвизовым пребыванием. Или, например, посетить одну из стран Юго-Восточной Азии. Еще один плюс – это возможность оформить групповую визу по упрощенной системе для посещения городов провинции Гуандун. Юля уже упоминала о том, что рядом расположен прекрасный город Шэньчжэнь. Помимо этого, недалеко находится Гуанчжоу, Джухай и много других городов провинции Гуандун, которые в первую очередь славятся своим шопингом. Ну, шопингом не в смысле, наверное, одежды, а в смысле купить масштабную электронику себе в дом или обставить свой загородный дом какой-то мебелью. Это в провинции Гуандун производится в больших масштабах. По поводу оформления упрощенной визы хотел уточнить. Она оформляется через принимающие компании. Виза считается групповой, при этом минимальная численность группы у нас 2 человека. И еще одно условие оформления упрощенной визы – это пересечение границы Гонконга на выезде и на въезде через один и тот же контрольно-пропускной пункт. Ну и последний плюс для российских, вообще в принципе для туристов, и почему Гонконг считается, стал одним из самых популярных туристических направлений, это, конечно же, безопасность в городе и дружелюбие местных жителей. Если у вас возникнут проблемы с ориентацией на местности, и там, ваши туристы решат попросить помощи у местных жителей, им не просто укажут пальцем, куда идти, а буквально возьмут под ручки и отведут в нужное место. Либо проводят до ближайшей станции метро и объяснят, как добраться в необходимый пункт назначения. На этом слайде у меня представлено географическое положение Гонконга. Вопрос про групповую визу. Если один турист, то как оформить визу для посещения городов провинции Гуандун? Тогда мы опять же обращаемся в принимающую компанию, и этого туриста присоединяют к группе. Да, и из Гонконга в Макао можно добраться без проблем, воспользовавшись паромом. По поводу географического положения, как я уже говорил, Гонконг, группа есть практически всегда, и если ваш турист приезжает на 3-4 дня, то в любом случае можно присоединиться к какой-то из групп. При этом можно озаботиться этим вопросом заранее, уже через московского туроператора попросить помочь оформить такую визу. Как я уже говорил, Гонконг находится в центре азиатского региона. Смотрите, как он удобно расположен. На расстоянии 4 часов лета расположено множество азиатских мегаполисов. Здесь у нас и Шанхай, причем это даже меньше 4 часов, и Ханой, и Бангкок, и Хошимин. Еще один час лета, и можно уже добраться до Токио, до знаменитых пляжей Бали, до Филиппин и так далее. В связи с этим Гонконг стал одним из самых популярных транзитных направлений и направлений, которые чаще всего комбинируют с пляжным отдыхом в странах Юго-Восточной Азии. Хотел бы теперь перейти уже к основным достопримечательностям и где они расположены, и, воспользовавшись этой возможностью, еще дополнительно рассказать о
о территории Гонконга, из каких составных частей она состоит. Во-первых, по центру вы видите, это остров Гонконг, откуда он на соединении этих территорий в 1839 году. Именно сюда высадились британские завоеватели, колонизаторы. Через какое-то время к острову Гонконг Британская империя присоединила себе кусок материковой части, южную часть полуострова Коулун, который так и сохранил свое название Коулун. Затем были присоединены еще более обширные территории на материке. Северная часть полуострова Коулун, которая вошла в состав Гонконга под названием «Новые территории». И помимо этих частей в состав Гонконга также входит крупный остров Лантау, на котором расположен международный аэропорт Шеп-Лапкок. Также есть острова поменьше, это Лама и Ченчао. И помимо этого существует еще более 260 островов, которые входят в состав Гонконга. По поводу достопримечательностей, в своей презентации Юля говорила, что один из самых важных в туристическом плане районов Гонконга – это проспект Чимсачой. Он расположен на юге полуострова Коулун. И здесь, наверное, самой знаковой достопримечательностью является часовая башня, которая раньше была частью вокзала «Виктория». Вокзал, к сожалению, не сохранился. Он был перенесен, он был демонтирован, и новый вокзал был построен в районе Хунхом, недалеко от отеля «Айкон». Но в качестве напоминания о колониальной эпохе было решено сохранить часовую башню. Рядом с часовой башней расположен знаменитый музей в районе Чимсачо. Это культурный гонконгский центр, музей космоса, сам променад Чимсачой, который сейчас находится на реконструкции, но мы надеемся, что к началу 2019 года реконструкция закончится и набережная обретет свое былое, не то что былое, она заиграет новыми красками и станет еще более интересным для туристов местом, чем было раньше. Из достопримечательностей, расположенных на острове Гонконг, конечно же, нужно сказать о пике Виктория. Мы всегда говорим, что если у туристов есть время посетить только одну достопримечательность в Гонконге, то, безусловно, нужно посетить пик Виктория, потому что это место, откуда открывается самый красивый вид на остров Гонконг и на остров Гонконг и ближайшие территории. Особенно этот красивый и в темный время суток, когда небоскребы зажигаются миллионами огней. И кроме этого, сам процесс поднятия на пик Виктория вызывает восторг у туристов, потому что для этого им необходимо воспользоваться таким фуникулером, который идет под углом больше 25 градусов на достаточно большой скорости. То есть это своего рода аттракцион для туристов. На острове Лантау находится еще одна важная достопримечательность Гонконга. Это статуя сидячего Будды. Она вторая по величине в мире. И существует особенность этой статуи. Обычно Будда обращен лицом на восток, но именно эта статуя повернута лицом на север. Это связано с тем, что она была открыта в 1498 году, и обращается она именно в сторону Пекина, то есть в сторону материкового Китая. А как вы помните, в 1997 году Гонконг вернулся под управление материкового Китая. На острове Гонконг расположена еще одна интересная достопримечательность, которая особенно привлекательна будет для туристов с детьми. Это Ocean Park, который сочетает в себе как зоопарк, так и парк аттракционов. При этом сам парк разделен на две части, это нижняя и верхняя часть. Внизу в основном сконцентрированы представленные животные с разных континентов, в том числе и панды. При этом туристы часто говорят, туристы, которые посещали различные регионы Китая, говорят, что так близко панд практически нигде невозможно увидеть. Ну и как я уже говорил, на верхней части расположены
аттракционы, они достаточно интересные, захватывающие, и их будет интересно посетить не только детям, но и взрослым. Да, Светлана, спасибо большое за уточнение. Действительно, вход в Ocean Park для взрослого стоит около $60. При этом можно найти скидки при бронировании заранее на сайте Ocean Park. На острове Гонконг расположена достопримечательность, которую можно отнести к системе общественного транспорта Гонконга. Это эскалатор Mid-Levels, который входит в книгу рекордов Гиннесса как самый длинный эскалатор. Он служит для транспортировки жителей, проживающих на возвышенных частях острова Гонконг в район Централ, где сконцентрированы все финансовые учреждения, коммерческие компании и основные офисы корпораций. При этом, естественно, в утренние часы эскалатор работает на спуск, и после 12 часов движение эскалатора меняется, и люди могут уже, соответственно, подниматься с нижних районов острова Гонконг. Эскалатор называется Mid-Levels. Я сейчас напечатаю. Люди могут подниматься с нижних с нижних районов острова Гонконг наверх. Для туристов это очень удобно, потому что он проходит по самым важным в туристическом плане районов. Это Сохо, Похо и Нохо. При этом можно подняться, прогуляться по району, дальше встать на эскалатор, подняться еще дальше. Если видите, что что-то вас заинтересовало, опять сойти и более подробно рассмотреть достопримечательности. На картинке над эскалатором представлен знаменитый дьявольский кулак. Это скалистое отложение, расположенное в геопарке Китая, который относится к наследию ЮНЕСКО. Это одна из важнейших именно природных достопримечательностей Гонконга, которые расположены в районе Сайкун. Это на востоке полуострова Коулун. Такая достаточно обширная территория, которую занимают именно природные парки, и здесь сосредоточены природные достопримечательности. И здесь, кстати, расположен еще один интересный парк. Вот к вопросу о том, каких птиц и животных можно увидеть. Парк называется «Парк водно-болотных угодий». Он знаменит тем, что сюда прилетают птицы во время перелета. То есть он служит своего рода остановкой на пути миграции с юга на север. Я боюсь называть какие-то конкретные виды птиц, потому что не совсем силен в этом, но, насколько я понимаю, так как он входит в десятку важнейших парков водно-болотных угодий, я думаю, здесь представлены достаточно интересные редкие виды птиц. Еще одна достопримечательность Гонконга – это, конечно же, рынки. И один из самых интересных – это рынок, расположенный на полуострове Коулун в районе Темпл-стрит. Это ночной рынок на улице Темпл-стрит. Это отличная возможность для туристов найти какие-то колоритные, интересные сувениры для своих друзей и родственников и привезти их на родину. Рассказ о Гонконге, конечно, невозможен без системы общественного транспорта, потому что она уникальна, эффективна и полезна, естественно, для туристов. Но, помимо всего прочего, есть еще два вида транспорта, которые просто обязательны к использованию туристами, потому что они доставляют неимоверное удовольствие. Это, во-первых, двухэтажные трамвайчики, которые проходят по пути, которые проходят по северу полуострова, северу острова Гонконг. Соответственно, прокатившись на таком трамвайчике, можно посмотреть самые главные районы. Это Ванчай, Централ, Истерн, восточные и северные районы. И второй, трамвайчики не деревянные, но сиденья там деревянные.
деревянный, но сиденье там не... Сиденье сделано до сих пор из дерева. И что интересно и приятно для туристов, поездка на таком трамвайчике достаточно недорого. Звук не пропадает, я его периодически отключаю, чтобы откашляться. Извините. А, поездка на трамвайчике стоит недорого. Это 1 доллар 20 центов при курсе 1 гонконгский доллар. 1 гонконгский доллар сейчас равен примерно 8 рублям. Еще один вид общественного транспорта, которым гонконгцы пользуются на ежедневной основе, а для туристов это прекрасная возможность познакомиться и посмотреть на виды полуострова, набережных, расположенных на острове Гонконг и на полуострове Кулон, это, конечно же, знаменитые паромы Star Ferry. Они действительно стали визитной карточкой полуострова Гонконг, курсируют часто, и помимо передвижения между островом Гонконг и полуостровом Коулун, они также осуществляют связь Гонконга с другими островами. Кстати, недалеко от отеля Icon на набережной расположен один из причалов, от которого как раз ходят паромы на остров Гонконг. Еще несколько видов общественного транспорта в Гонконге. Это, конечно же, автобусы двухэтажные. Они удобны, оснащены кондиционером. Достаточно интуитивно понятно, куда они идут и как ими пользоваться. Я уже видел, что вот пишут о том, что метро самый лучший способ передвижения. Конечно, безусловно, согласен с этим. Метро в Гонконге эффективно, интересно и также понятно, потому что везде на станции указаны указатели и представлены карты метро, и проложить свой маршрут от из точки А в точку Б, в принципе, не составляет никакого труда. И, кстати, для передвижения по городу на общественном транспорте рекомендуется использовать карту Octopus. Это аналог лондонской карты Oyster, на которую кладется определенная сумма денег. И с помощью нее можно уже пользоваться общественным транспортом, включая и трамвай, и паромы, и автобусы, и метро, и ее также принимают на Аэроэкспрессе. Вот, Юля говорит, что даже бесплатный шаттл выходит от отеля до парома. Карта называется Octopus. Ее можно приобрести прямо при прилете в аэропорту Гонконга, либо уже на станции метро. При этом удобно еще то, что картой Octopus можно даже оплачивать покупки в магазинах 7-Eleven и в Starbucks, Pacific Coffee и так далее. То есть в магазинах шаговой доступности она принимается на ура. В Гонконге также существует удобная система такси. Такси разделяются по цвету. Они существуют в трех вариантах. Это синие, зеленые и красные. При этом зеленые такси курсируют исключительно по новым территориям. Красные такси по Коулуну и по острову Гонконг. И синие такси по острову Лантау. И последний вид общественного транспорта – это Аэроэкспресс, который, безусловно, это один из самых удобных способов добраться из аэропорта до острова Гонконг. В городе существуют две станции Аэроэкспресса. Одна расположена на острове Гонконг, и вторая на полуострове Коулун. Соответственно, до полуострова Коулун из аэропорта время в пути займет около 20 минут и еще где-то 7-10 минут от Коулуна до Гонконга. И основные крупнейшие отели предоставляют бесплатные шаттлы от вокзала до самого отеля. Юля говорила, что от вокзала на Коулуне туристы могут добраться на Тесле даже. Мне кажется, такой опыт, который действительно невозможно пропустить. Немного хотел рассказать о пляжах Гонконга. Пляжей много, они
Они разнообразные, есть какие-то более уединенные пляжи, есть более шумные и расположенные ближе к центру города. Из основных на острове Лантау это Discovery Bay и Silvermane Bay. Добраться до пляжей можно спокойно на метро и на автобусе из центральных районов города. На острове Гонконг это Repulse Bay. Его вы можете увидеть на картинке, на нижней картинке. Если хорошо видно, здесь даже есть защитная сетка от акул. В этом случае гонконгцы немного перестраховались. Кто-то заметил 15 лет назад плавник акулы в море и сразу же натянули сетку. На самом деле угроза нападения акул в Гонконге она равна практически нулю. Помимо пляжа в Repulse Bay также существуют пляжи в Шек-О. И пляж Big Wave Bay, здесь уже название говорит само за себя, пляж знаменит достаточно высокими волнами, и здесь часто тренируются серфингисты. Если говорить о более уединенных пляжах, они расположены в районе Сайкун, и один из самых красивых пляжей считается Тайлун Ван, который вы видите на верхней картинке. Ну, действительно стоит учитывать, что эти пляжи расположены действительно на отдалении, то есть на дорогу нужно закладывать где-то час-полтора минимум. Но поездка, безусловно, того стоит, особенно если у вас туристы являются ярыми поклонниками пляжного отдыха и своего отпуска без посещения пляжа не представляют. И что еще стоит отметить, в Гонконге есть тематический парк, знаменитый Диснейленд, в котором недавно открылись два отеля, открылись уже около 4 лет назад, и буквально прошлой осенью открылся еще один отель, и у этих отелей также есть свои пляжи. Хайкинг и сайклинг в Гонконге – это отличная возможность исследовать именно природную красоту Гонконга, насладиться его неповторимостью и уникальной, повторюсь, природной красотой. Хайкинг в Гонконге действительно уникален, и здесь расположен один из 10 самых живописных маршрутов в мире. Это Спина дракона. Этот маршрут проложен по территории острова Гонконг. Он начинается примерно от пика Виктория и спускается вниз к южной части острова Гонконг, соответственно, к пляжам. Помимо спины дракона есть еще и другие маршруты, которые делятся по уровням сложности. В конце своей презентации я дам ссылки на наш сайт, на котором представлена уже более подробная информация о возможностях для хайкинга в Гонконге. Сайклинг также достаточно интересная и нетривиальная возможность исследовать города. Маршруты здесь достаточно легкие, они проложены по территории, извините за тавтологию, новых территорий острова, не острова, а новых территорий в Гонконге. Подходят для неспешных прогулок, как я уже говорил, находятся в основном на новых территориях. По сезонности комфортнее всего с середины сентября до начала декабря и середины января до майских праздников. Маршруты для сайклинга расположены на новых территориях, и если у вас туристы спросят, где им взять велосипед в прокат, то без проблем на начальных и конечных точках маршрута всегда расположены станции для аренды велосипедов. Самое важное и самое интересное, по крайней мере для меня, это, конечно же, гастрономия Гонконга, потому что поездку в Гонконг... Извините, отключу. Потому что представить для себя поездку в Гонконг без гастрономической составляющей действительно сложно, потому что Гонконг уже на протяжении более 10 лет удерживает одно из лидирующих мест, звание одной из мировых гастрономических столиц.
И в плане гастрономии, что действительно нужно попробовать в Гонконге? Во-первых, это китайское барбекю Сиу Мэй. Оно существует в различных вариантах. Во-первых, Гонконг славится и гусем, приготовленным на гриле. Как говорят, утка властвует на севере, и мы все вспоминаем про пекинскую утку. Гусь властвует на юге, и здесь мы понимаем, что Гонконг знаменит своим гусем барбекю. Также обязательно нужно попробовать свинину. Она существует в различных вариантах, приготовленная кусочками или запеченная целым поросенком. Заведения, в которых можно попробовать эти блюда, легко определить. Обычно жаркое вывешивается в витрине, и мимо такой презентации блюд тяжело пройти. Ну, как бы она служит хорошим ориентиром. Одно из главных достижений гонконгской гастрономии – это, конечно же, димсам. Это не столько блюдо, сколько традиция. Жители Гонконга собираются обычно семьями или с друзьями, чтобы поесть, ну, чтобы насладиться этой трапезой с димсамами. Среди димсамов насчитывается более 2000 блюд. Они готовятся совершенно различными видами способов, но в основном это блюда, приготовленные на пару. Лапша и конжи – это блюдо такой быстрой кухни. Под лапшой мы здесь имеем в виду, конечно же, лапшу быстрого приготовления. Но здесь она готовится немного особенным способом. Это не просто наш доширак, залитый кипятком. Сюда еще добавляются различные ингредиенты. Креветки, различные виды мяса. Все, что интересно и подходит вкусу туристов. Конжи чем-то напоминает нашу рисовую кашу, но она скорее, не скорее, она не сладкая, а с такими более серьезными наполнителями, такие как, я повторюсь, опять же, креветки, мидии, также мясные начинки. Молочный чай по-гонконгски – это дань колониальному прошлому Гонконга. Ноги у нас растут здесь из традиции, британской традиции пить чай с молоком, но здесь в Гонконге готовят его по-особенному. Для приготовления используют не обычное молоко, а обычное сгущенное молоко или сгущенное молоко с сахаром. При этом готовый напиток еще процеживается через специальный фильтр, который напоминает чем-то чулок. Соответственно, у этого чая появилось еще второе название. Это чулочный чай. Какие цены на блюдо и средний чек? Но здесь все зависит действительно от заведения. Вы можете поесть в какой-то уличной забегаловке. При этом это будет действительно безопасно, вкусно и сытно. И потратить на ужин сразу буду говорить цены в рублях около 800, 800, не на ужин, а на обед около 800 рублей на человека. Или вы можете отправиться действительно уже в какой-то ресторан более высокого уровня, и там уже бюджет ограничен только возможностями и пожеланиями местных. Еще одно блюдо, которое я не упомянул, это знаменитые яичные тарталетки с заварным кремом. Кто-то говорит, что гонконгцы украли их у Макао. На самом деле они отличаются по вкусу и по рецептуре приготовления. Они менее сладкие. И насколько я знаю, для тарталеток в Макао используется песочное тесто, а в случае Гонконга тесто является слоеным. Где же все это можно попробовать? Конечно же, если говорить о молочном чае, это закусочные в гонконгском стиле, которые также называются ча-чан-тен. Это достаточно простые заведения с... Да, абсолютно верно. Тарталетки в Макао похожи на лиссабонские. Наши, опять же, в связи с колониальной историей, больше напоминают заварные тарталетки родом из Великобритании.
тарталетки с заварным кремом. Вернемся к заведениям общественного питания в Гонконге. Во-первых, это закусочные в гонконгском стиле. Они появились в Гонконге в 50-х годах, когда появилась мода на такую более-менее европейскую кухню. При этом необходимо было создать какой-то более дешевый вариант. И тогда появились знаменитые чача-тены, в которых предлагают, во-первых, попробовать знаменитый молочный чай. Также здесь можно заказать еще одно знаменитое гонконгское блюдо – это ананасовые булочки. Причем здесь нужно понимать, что ананасов в них нет, а название свое они получили за счет корочки верхней части булочки, которая напоминает кожуру ананаса. Еще один интересный тип заведений – это дайпайдон. Дайпайдон переводится с кантонского языка как «большая лицензия». И действительно, когда этот тип заведений появился в Гонконге, лицензия на ведение такого рода деятельности была натурально размера А3. Соответственно, полностью оправдано название заведения «большая лицензия». Это уличные кафе, в основном расположенные в районе Гонконг. И здесь можно попробовать различную кухню, но в основном они славятся приготовлением еды на воке. Как это выглядит, вы можете увидеть на этой картинке, которая расположена в углу. В Гонконге в разнообразии представлены рестораны высокой кухни, рестораны с мишленовской звездой, здесь насчитывается более 70 штук. И еще один тип заведения общественного питания – это рыбные рестораны, расположенные за пределами центральных районов. В основном это рыбацкие деревни. Здесь на прилавках в аквариумах представлены различные виды морепродуктов и рыбы, которые туристы могут выбрать и попросить уже приготовить на свое усмотрение любым понравившимся способом. И в своей презентации Юлия еще упоминала, что отель Icon славится ужином по типу буфет. Это действительно одна из фишек Гонконга. И если у вас туристы собираются посетить этот город, обязательно рекомендуйте им один из ужинов заказать именно в формате буфет, потому что это опыт, который действительно ни с чем не сравнится, и такого разнообразия свежих морепродуктов, свежего и вкусного всего действительно сложно найти в какой-либо другой стране, мне кажется. Немного хотел рассказать вам о шопинге в Гонконге. Шопинг в Гонконге выгоден. В Гонконге товары не облагаются налогом на добавочную стоимость. При этом особенно выгодным шопинг станет в период рождественских праздников и в период летних распродаж, соответственно, как и в Европе. Если вы приезжаете в декабре или в начале июня в Гонконг, то действительно у вас есть огромные шансы приобрести интересные товары по действительно интересным ценам. Что немаловажно для российских туристов, в Гонконге одни из самых низких цен на электронику. В частности, Гонконг, по-моему, считается, стоит на третьем месте по стоимости на технику компании Apple. И повторюсь еще раз, для покупок сувениров, каких-то колоритных вещичек, можно посетить один из гонконгских рынков. И, ну, если у вас туристы являются поклонниками брендов, то шопинг в Гонконге не оставит их равнодушными. Ночная жизнь в Гонконге существует. Жизнь в Гонконге кипит 24 часа в сутки. И помимо ночных баров и клубов, здесь можно разнообразить свой досуг, во-первых, посещением шоу «Симфония огней», которое проходит в которой задействованы небоскребы, расположенные на набережных в районе Гонконг и Коулун. Недавно совершенно обновили
у нас музыку, которая сопровождает это лазерное шоу, и оно стало еще более привлекательным и захватывающим. Естественно, самым интересным способом наблюдать за шоу это купить билет на знаменитую лодку Аквалуна и уже прям из центра пролива Виктория смотреть шоу. А ночные рынки. Я уже говорил о том, что существует рынок на улице Темпл-стрит, который работает практически всю ночь. Здесь, помимо шопинга, можно также попробовать и уличную еду. Бары на крышах небоскребов – это одна из визитных карточек Гонконга, и в Гонконге расположен самый высокий бар, который находится в небоскребе Международного коммерческого центра. Это бар «Озон», он расположен на 118 этаже упомянутого небоскреба. Районы баров и ночных клубов в Гонконге, их несколько. На острове Гонконг это, конечно же, район Лань Квай Фон и район Сохо. И в районе Коулун это Кун Фуст Террес, Нут Фут Террес. Еще одно преимущество посещения Гонконга – это, конечно же, календарь событий, который разнообразен и наполнен событиями, как связанными с китайскими традициями, так и с европейскими. В Гонконге постоянно что-то происходит, поэтому вне зависимости от того, когда ваши туристы посещают Гонконг, у них достаточно велики шансы попасть на один из культурных фестивалей или каких-то европейских праздников. Естественно, самым главным гонконгским торжеством является празднование китайского Нового года, которое проходит в январе или феврале. Все зависит от фаз календаря, потому что китайский календарь, он базируется на фазах Луны. Празднование Нового года проходит в несколько этапов. Первый день проходит торжественный парад по улицам в районе Чимсачой. На следующий день устраивается салют. Ну и в завершении, это уже более семейное торжество, обычно гонконгцы собираются со своими семьями и празднуют в узком семейном кругу. Фестиваль Лодок Драконов проходит в июне. Это культурное событие, которое переросло в соревнование в шаба. Проходит оно в водах залива Виктория, и здесь команды из разных стран соревнуются, кто быстрее пройдет установленную дистанцию. И колорит, конечно же, добавляют украшения лодок, каждая из которых на носу имеет голову дракона. И один из наверное, его гребцом уже тяжело назвать. Один из участников гонки на каждой лодке отбивает ритм для гребцов на барабане. И что интересно для туристов, этот фестиваль. Да, Юль, спасибо большое за информацию. Как раз да, в этом году фестиваль будет проходить 18 июня, и он совпадает еще с фестивалем пива Сан-Мигель, что, я думаю, добавляет интереса для туристов. Я уже говорил ранее, что в Гонконге жители празднуют как китайские фестивали, так и европейские, и один из самых интересных это празднование Хэллоуина в Гонконге, эпицентром праздника здесь, конечно же, является район Лань Квай Фон. В Хэллоуин обычно в Лань Квай Фоне собираются все любители потусоваться, при этом они наряжаются в костюмы, не обязательно страшные, зрелище красочное, интересное и, безусловно, стоящее внимание туристов. Если у вас туристы собираются посетить Гонконг в период Европейского Нового года, то здесь, конечно же, нужно рекомендовать им отправиться обязательно на набережную в районе Чимсачой, чтобы понаблюдать за обратным отчетом времени до наступления Нового года, который происходит на здании Гонконгского культурного центра. И в поддержку
уже сказанного, озвученного утверждения о том, что Гонконг является одной из гастрономических столиц Азии, хотел бы рассказать немного о фестивале вина и гастрономии, который каждый год проходит в ноябре. Точнее, сам фестиваль проходит в конце октября, с 26 по 31 число, и затем он продолжается уже как масштабное гастрономическое мероприятие в рамках масштабах всего города под названием «Большой». Сам фестиваль представляет собой мероприятие, проходящее на набережной в районе Централ. Здесь выставляются будки, в которых представлены продукты и кулинарные достижения шеф-поваров и рестораторов со всего мира. В частности, несколько лет назад здесь в фестивале Wine & Dine принимали даже производители вина из России. В конце своей презентации я бы хотел немного рассказать о наших онлайн-сервисах, в которых вы можете найти более подробную информацию о Гонконге. Во-первых, это приложение My Hong Kong Guide. Его можно установить на свой телефон. Я думаю, в первую очередь оно будет интересно для туристов, отправляющихся в Гонконг. Приложение устанавливается в телефон, оно достаточно тяжелое, но безусловным плюсом является то, что для его использования туристам не понадобится интернет, если возникнут какие-то проблемы со связью в Гонконге. Второй наш сайт PartnerNet, мы его разработали специально для туризма. Здесь представлена необходимая информация о Гонконге, контакты компаний, как туристических, так и достопримечательностей. И здесь вы можете также найти наш фотобанк с изображениями Гонконга. Сайт Discover Hong Kong – это сайт, это наш основной сайт, на котором мы представляем информацию для туристов. Программа «Специалист по Гонконгу», она у нас является частью сайта PartnerNet. Это достаточно большой обучающий модуль, разделенный на несколько частей, пройдя который вы действительно станете специалистом по Гонконгу, узнаете много из его истории. Один из модулей как раз посвящен пользованию сайтом PartnerNet. Мы действительно рекомендуем это сделать, и дальше я объясню почему. И еще, если вы занимаетесь MICE в Гонконге, то для вас, безусловно, будет удобен сайт mihongkong.com. И, наверное, мы перейдем теперь к самой интересной части. Мы с Юлей сегодня разыгрываем поездку в Гонконг на одного человека, в которую входит перелет до Гонконга и обратно, и проживание в отеле Icon. Что нужно сделать для того, чтобы принять участие в розыгрыше? Во-первых, нужно будет пройти обучающую программу Hong Kong Specialist. Здесь потребуется регистрация. Если у вас возникнут какие-то проблемы с прохождением или с регистрацией, то я всегда рад ответить на ваши вопросы. Затем вам нужно будет прислать мне и Юле письмо с вопросами от отеля, я их дальше озвучу, и приложить к этому письму свой сертификат специалиста по Гонконгу. Далее мы восьмого участника наградим нашим призом. Почему восьмого? Потому что по традиции фэншуй восьмерка символизирует благополучие, богатство и считается одной из самых счастливых цифр среди имеющихся, среди всех имеющихся цифр. Если на данный момент есть какие-то вопросы по Гонконгу, я с радостью на них отвечу. Также, если у вас есть вопросы по розыгрышу, тоже давайте отвечу. И я обещал вам прислать вопросы от отеля. Я думаю, удобно будет, если я их напишу сразу в чат. Ссылка неактивная. Давайте тогда сразу отправлю вам тоже ссылку в чат.
Еще раз здравствуйте. Обязательно нужно пройти обучающую программу на сайте Комитета по туризму Гонконга, приложить сертификат, который вы получите после окончания программы, к имейлу и отправить письмо с ответами на 7 вопросов об отеле Icon одновременно двум принимающим сторонам. Ответы в чат на вопросы писать не нужно. Нужно писать их в письме. Можно это все сделать не торопясь, потому что, чтобы пройти онлайн-обучение на сайте, потребуется какое-то время. По отелю Icon будут вопросы у кого-то? Светлана, напишите, пожалуйста, на e-mail, и мы этот вопрос решим. Очень жаль, что у вас остался негативный момент. В отеле депозит от 500 гонконгских долларов в сутки, но если гость приезжает на несколько ночей, можно ограничиться, например, если у гостя неделя проживания в отеле, можно ограничиться суммой 200 американских долларов за все проживание. Причем, чтобы не возникало проблем с депозитом и разморозкой на карты, лучше оставить деньги кэшем. Потом эти же купюры и заберете, если не будет гость использовать ничего в отеле. Очень странно, что не приняли, потому что это приветствуется, и это даже проще отелю. Можно долларами, можно евро. Всем удачи! Электронный адрес обоих участников на слайде есть. Надеюсь, кого-то из вас скоро встречать в Гонконге в отеле Icon. Победитель будет объявлен в рассылке на Profi Travel 13 числа, 13 июня. Спасибо вам, что нашли время прослушать. Если у кого-то будут туристы, пожалуйста, пришлите имейл, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы они вернулись со словами «Вау, как было здорово!».
Что касается сайта отеля Icon, он также есть на русском языке. Нужно просто сверху в разделе «Язык» выбрать русский. На тест по отелю Айкона ссылки нет. Вопросы озвучены в чате. Их просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ответы написать в e-mail. Не забудьте приложить сертификат о том, что вы прошли курс на сайте Комитета по туризму Гонконга. Коллеги, если у кого-то возникают проблемы с регистрацией на сайте HK Specialist, пожалуйста, пришлите мне в почту ваши контактные телефоны, я с вами свяжусь, и мы вместе пройдем регистрацию. Договорились? Еще раз указываю мой почтовый адрес. Спасибо большое всем за внимание, за продуктивное утро и, надеюсь, до скорых встреч. Давайте, чтобы избежать путаницы, я еще озвучу дополнительно вопросы. Вопрос номер один. Какому университету принадлежит отель Icon? Вопрос номер два. В каком районе Гонконга расположен отель Icon? Третий вопрос. Какой бренд автомобилей используется для индивидуального трансфера гостей? Вопрос номер четыре. Во сколько стран можно бесплатно звонить со смартфона Хэнди? Вопрос номер пять. На каком этаже находится подогреваемый бассейн? Шестой вопрос. Какую награду ресторан The Market получает 7 лет подряд?
И последний вопрос, номер 7. В каком из ресторанов можно попробовать уникальный бургер, мясо для которого изготовлено 100% из растений? Уважаемые коллеги, большое спасибо, что нашли время, прослушали наши презентации. Всем удачи. Еще раз. Если какие-то вопросы будут, пожалуйста, пишите. Также хочу обратить внимание, что компания ATC совместно с гонконгскими авиалиниями был открыт рейс с 19 мая. И также они планируют продолжить этот рейс на высокий сезон. Семинар от компании ATC будет буквально через час. Светлана, расскажите, как впечатление? Получается, вы 19 мая прилетали, да? У нас осталось буквально 15 минут до окончания семинара. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Мария, надеюсь, у нас еще будет с вами шанс встретиться. Да, я работаю всего лишь третий месяц в отеле Icon. До этого работала 9 лет в Китае. Ну и еще, возможно, мы не встречались, потому что я работаю в отделе продаж. Это все-таки в офисе.
После вебинара презентация будет доступна для скачивания по ссылке. Уважаемые коллеги, всем хорошего дня. Нас буквально через 3 минутки разъединят. На вопрос Светланы по поводу обучения. После того, как вы зайдете в ваш
ваш онлайн-кабинет, вы можете зайти в раздел модули и там уже, соответственно, начать обучение, сначала прочитав обучающие материалы и затем продолжив прохождением теста. И опять же, если у вас возникнут вопросы, вы можете написать мне на почту ваш контактный телефон, я с вами свяжусь и помогу с прохождением обучения.